Как создать гармоничную семью в современном мире? Как наладить теплые взаимоотношения с родными и близкими? Ответы на эти вопросы взрослым дают школьники со сцены. В Симферополе провели первый этап конкурса «Семейный очаг 2018». Идея проведения возникла в Симферопольской Крымской епархии. Его презентуют как своего рода альтернативу празднования Дня Святого Валентина, непризнаваемого духовенством. На сцене должна быть семья не обязательно в прямом смысле. Члены команды, а всего их семеро, могут быть связаны не только кровным родством, но и, к примеру, представлять школьную семью. Каждому из участников отводится определенная роль, строго в соответствии с фамильной иерархией. Бабушка, дедушка, мама, папа и трое школьников разного возраста. В общем, конкурсная программа состоит из трех этапов. Это визитка, презентация, проверка знаний православных традиций и, наконец, произвольная демонстрация талантов. Среди членов жюри – священнослужители и представители столичного руководства. Как и в прошлом году, лучшие команды муниципалитетов будут представлять честь своей семьи на всекрымском уровне.